Мы на фабрике колес. Такой прикольный дизайн. Это ресторан. Да, ресторан Firestone. Тут колеса как на фабрике. На конвейере идут вверх, вниз. Здорово. Вау! Крутые вообще умывальники. Слушай, это все с колесами. Вот название Firestone ресторана. Очень, кстати, вкусно, вообще супер. Лэм был отличный. Я таких умывальников еще не видела. Ладно, снизу не очень. Сверху тоже не очень, но идея прикольная. На втором этаже. Самые настоящие колеса. Резина. А, папа на улице. Это Naples. Тут прям повеселее. Тоже даунтаун. Да, давай поворачивай, посмотрим. Мы уже наелись, напились. Красота. Осталось только погулять. Там, да? Да, тут очень даже оживленно. Хотя мы там уезжали тоже, в принципе, людей собралось очень много. Угу. Ой, ну тут прям все по-новогоднему. Смотри, какая прелесть. Айскрим. Посмотри, какая очередь за айскрим. Шоколадное мороженое. Можно. Поэтому скажи, был бы смысл сейчас там опять оставаться, правильно? Не, не было смысла. Как бы пахнет. Какими-то пирожными вкусными пахнет. Среда вечер. Очень живенько даже. А сюда влезем? Очень даже живенько. Сюда, да, мы влезем. Или с той стороны. Вот теперь даже не знаю, где мне больше нравится. Прям запуталась я вся. Бэйби, есть машины? Нет. Идем. Сегодня мы здесь будем ночевать. Как раз приехали. Какая красота. Ну да, вообще-то спать еще не хочется. Сейчас точно гулять пойдем. Какой-то парчик есть. Кабана. Сейчас у нас получается 9:30. Народ гуляет вовсю. Где он написан? Ты не видишь? Это кафе. Тут мы будем завтра завтракать. Классно. Место, конечно, супер. Такое прям приятное, такое релаксное, как будто мы вообще куда-то уехали. Вообще не знаю даже куда. Как будто уже пару лямов богаче стали. Да, классно. Классное местечко здесь, супер. Вон прям какие-то фотографии делают. Что это такое? Playboy, наверное, привезли. Свежие версии. С каким-то, с какой-то фигней, непонятно. Это лист какой-то. Банановый, блин. Классно. Спасибо.